Добрый день, 4 ноября. Покажу, как на сегодня выглядит наш зимующий горох. Видео, в принципе, как бы ни о чем. Это поле, предшественник здесь пшеницы, и посеяно было анкерной сеялкой Flexicoil. Что покажу, в принципе, что хотел показать, да? Вот зерно, которое оказалось наверху, не в земле. Ну, тут край поля, я так понимаю, ну, поднимали сеялка, там разворачивалась, где-то просыпалась. И вот он уже, оно все равно клюнуло тут за счет туманов. Как бы дождей здесь не было после посева. Вот, вот так вот выглядит здесь. Вот видите, тоже зернышко легло. Тут не знаю, что его тут не пустило. Это соломка, может быть, пролегла, оно крутится, крутится, но все равно лезет, все равно вылазит. Вот тоже зерна, которые наверху, тоже корешок кинули, все цепляются и прут. Все-таки природа великая штука, все в ней борется за выживание и за то, чтобы оставить потомство. Посмотрим, конечно, как дальше будет вести все это себя. В прошлом году у нас горох, ну, в зиму вошел, мы имели процентов 30, так, чтобы только-только появился на поверхности. Вот типа вот такого растения. А остальное все находилось в земле. А в этом году, видите, как бы выскочила, температурка хорошая, плюсовая была, задержалась. Было довольно достаточно тепло довольно долго, и вот в такой фазе горох у нас выскочил. То есть сказать, что здесь, допустим, там два листа, потому что два усика, там он третий, я, наверное, бы не сказал, потому что весной он начинает, не знаю, просто весь как усеянный этими усиками, и кажется, что там уже все 15 листов. Потом он отрастает сантиметров на 15, и видно высоту. И сразу видно, проявляется, что, оказывается, не так много листов, как кажется сначала. Не хотелось бы мне, конечно, чтобы он в такой фазе заходил в зиму. Но он уже есть. Назад мы его уже не засыпем. Поэтому будет так, как будет. Это тоже будет опыт, если вдруг что. Еще не все взошло, вот еще досходит. Вот он, растение. Вот он. То есть тут еще будет и будет. Не знаю, как он тут остановит вегетацию в прошлом году. Что тут? В прошлом году как бы тоже была достаточно теплая зима, и горох вегетацию не останавливал. Потому что к весне он уже весь практически был на поверхности. То есть он продолжал расти. Не знаю, как будет в этом году. Никто не знает. Это уже как Бог даст. Присутствует злаковый бурьян. Но он нам пока не помеха. Придет весна, мы его заберем. Еще раз повторю, что дождя здесь не было. Пройдет дождик, он сгладит вот эти все. Тут солома, которая вот спученная такая. И поле будет выглядеть все по-другому. Ну, пока мы его не дождались, того дождя, поэтому показываю так, как оно есть на сегодняшний день. Всем удачи!